Телеканал КРТ представляє. Відповідно до більшості прогнозів, Україні загрожує рецесія і в кращому випадку її очікує скорочення економіки на 5-10%, інфляція і півмільйона безробітних. Це абсолютно очевидно. Україна наближається до катастрофи. Такий висновок авторів. Чи виживе українська економіка? От питання, я так розумію, риторичне. Фактично в якомусь виді вона все ж таки буде існувати. Знаєте, що потрібно зробити? Ну, во-первых, я абсолютно не согласен с пессимистическим прогнозом вот для Украины. Объясню для чего. У нас, во-первых, что такое кризис? Кризис – это древнегреческое слово, которое говорит, переводится дословно как изменение или движение. Это, знаете, из разряда того, вот если взять простую семью. Вот кризис в семье. Там папа остался без работы. Закрылся завод, папа остался без работы. Есть два пути решения этого кризиса. Путь, который избрала наша власть. Это папа взял обручальные кольца, пошел в ломбард, да, сдал их и принес деньги. Ну вот это вот ломбард а-ля Международный валютный фонд, а-ля облигации внутреннего займа. Только еще при этом папа по дороге 70% пропил и потратил не на семью. Это уже про нашу коррупцию в Украине. Вот. И вот с таким подходом, конечно, рецессия, конечно, депрессия, конечно, уничтожение. А есть же другая ситуация. Папа потерял работу на заводе, папа пошел в банк, взял кредит под Деуланас и начал таксовать. И говорит, елки-палки, да я там на заводе, а тут я в два раза больше зарабатываю. Или пошел к другу, делают ремонты квартир. Или на другую работу пошел, да? И в итоге он доволен, что благодаря тому, что он закрылось то предприятие, он нашел другое, работа интереснее, коллектив лучше, доходы больше. И он уже думает, как развиваться дальше. Угу. Как, так вот так делает, думает цивилизованный мир. Так вот, когда правительство, власть относится к экономике, к стране, как к своей семье, ведь в каждой семье мы тратим что-то на образование, да, на безопасность, когда какие-то шторы, жалюзи покупаем или сигнализацию. То есть семья, экономика семьи и экономика государства – это в принципе то же самое. Не надо там рассказывать про какие-то страшные вещи. Вот поэтому у нас фактором, который может привести к таким плохим прогнозам, это действия власти, потому что вот не было ни коронавируса, не было ни финансового кризиса в стране, связанного с нефтяным кризисом, правильно? И я вам говорю, и 10% ВВП съели и сделали дурацкие законы. И сейчас ничего не меняет. Я скажу, почему я говорю, что у нас как раз оптимизм. Потому что у нас отрицательное внешнеторговое сальдо в Украине, ну, до кризиса. Отрицательное за счет того, что мы импортозависимые в энергоносителях. Сегодня нефть, которую мы импортируем, стоит ноль, да? Как шутят, что за баррель нефти на лондонской бирже дают по морде уже, да? Они, деньги, да. Вот. Значит, нефть стоит ноль, и он нефтегаз закачивает, нефть забивает хранилище. Естественно, все остальные энергоносители упали. Это уменьшение должно следовать на бензин, стоимость. Естественно, это затраты... Это как... теоретично. Мы не, ну они там снижают по гривне, просто опять-таки... Не сильно. Нет, не сильно. Смотрите, правильно. Это опять мы возвращаемся к коррупции к власти, потому что очень удобно вот этих сделать картельный сговор, получить чемодан, тот, кто должен это контролировать, и те скажут, мы снизим, но на гривну. Не на 10, а на гривну. Но вот вам... И вот, а люди, ну как лохи, да, пусть платят, вот весь мир упал бензин два раза, а вот у нас на 10%, нате вам и разберемся, да. У нас параллельно повышают, например, стоимость электричества в момент кризиса за счет монопольности рынка. Ну, навіщо людям, от якщо в них є вільні кошти, якщо вони менше платять за бензин, вони ж повинні кудись ці кошти передати нашим чиновникам. Смотрите, Дима, я сейчас скажу макроэкономические факторы, из-за которых Украина должна быть в оптимизме. То есть первый оптимист, что то, что мы импортируем, стало дешево.
это энергоносители, из-за которых должен выиграть при правильной экономической политике правительство, должен выиграть от государства любого предприятия, как и мы с вами, как физические лица. Ну что, я приехал к вам на машине, я думаю, уехать, мне уже надо будет заправляться, я должен заправиться дешевле, чем заправлялся 3 дня назад, когда заправлял бак. Вот, это первый плюс, да? Второй плюс. Например, во Франции в год к ней приезжает 85 миллионов туристов. 15% ВВП Франции – туризм. В Египте туризм – это третья статья дохода. Первая статья – это Суэцкий канал. Вторая статья – нефть, углероды. Третья – туризм. Так вот, кризис – это в Египте потенциально колоссальный кризис, потому что углероды ноль, а бюджет был заложен, 90-миллионное население, горячее. Мы помним, что было с Хосни Мубараком, да? Да-да. Углеводороды ноль, дальше туризм ноль, это ж не ноль, это минус, потому что вот стоят отели пятизвездочные пустые, в них есть персонал, в них есть кредиты, в них есть какие-то, ну, затраты надо на охрану, что-то надо мыть, что-то колоссальные, да? А Суэцкий канал из-за падения потребления в мире в целом тоже упали и товароперевозки. И вот 90-миллионное население, а 80% Египта пустыня, а продовольственный кризис идет. Вот там кризис, там проблема. У нас же, если в развитых странах ВВП, туризм дает 10-15% ВВП, в Украине дает 2%. В Украине выезжает 25 миллионов человека дней за год по туризму, а приезжает 15 миллионов. То есть у нас было отрицательное сальдо человека дней 10 миллионов. Теперь эти 10 миллионов остались тут. Да, сейчас не время развития туристического бизнеса, но время законодательных основ разработки для развития туристического бизнеса в Украине. Сейчас люди приехали к нам, их можно было бы задержать, если бы им можно было предложить что-либо. Так для того, чтобы предложить, нужно создать налоговое поле. Ведь у нас Болгария рядом с нами, бывшая страна советского лагеря, да, налог на добавленную стоимость 10%, налог на прибыль 10%. Венгрия, специальным законом они под завод BMW налог на прибыль 9% сделали, чтобы они только завод BMW открыли. Эстония, льготное налогообложение. Над нами Белоруссия, да, льготы для IT. То есть никто к нам не придет при таких условиях.